Ромов и Александр Кушин первые, кто зафиксировал происходящее. Зачем ты фоткаешь на телефон? Города будет работать до 13 ноября. Все фотографии, которые вы увидите, это фотографии реальных боевых действий, так же как и видео, которое вы видите на канале Россия 24, на канале Россия 1 в программе Вести, в программе Вести неделя, в других информационных программах нашего холдинга. Это все реальные боевые действия, это не постановочные фотографии. Международная группа археологов подводит итоги исследования гробницы Иисуса Христа. Ученые распорядился памятство впервые за 4,5 века. О том, какие тайны им удалось приоткрыть, репортаж. Немедленно сняли верхнюю мраморную плиту, плотный слой камней, выбирали по одному, тщательно осматривая каждый. Под пустой скальной породой еще одна мраморная плита уже 12 века с выделенным равноугольным крестом. И, наконец, под ней известковая ложа, место, куда в первом веке положили завернутое в саван и умощенное маслами тело усопшего. Затем в пещеру склеп затворили камнем. «У меня трясутся колени», — сказал следящий за работами археолог Фридриха Хибер. И его волнение несложно понять. С этого дня можно совершенно определенно утверждать. Под Кувуклей в храме Воскресения находится склеп усыпальницы, который в начале 4 века нашей эры. Римская императрица-мать Елена, опираясь на устную традицию,